17-годинний безперервний штурм. Виснажені наступом беркутівці, знекровлені обороною Євромайданівці. Згарище в будинку профспілок. Уже на ранок 19 лютого 2014 року число жертв протистояння зростає до 25. Поранених облічують сотнями. Лише завдяки підмозі з регіонів протестувальникам вдається потіснити правоохоронців та частково повернути втрачені позиції. До 5-х роковин масових убивств Борис Сачалко підготував цикл інтерв'ю з учасниками Революції Гідності «Я пам'ятаю». Сьогодні своїми спогадами ділиться Тарас Логінов, медик Червоного Хреста, єдиного волонтерського загону, який надавав допомогу постраждалим з обох боків. Я Тарас Логінов, командир отряда быстрого реагирования Национального комитета общества Красного Креста Украины. До Майдана я был председателем совета общественной молодежной организации. Ну, я после помаранчевой революции 2004 года говорил, что это, наверное, самое сильное событие в моей жизни. Но оказалось, что 14-е были гораздо сильнее. Эмоционально для меня. Да, я стал немножко другим. Я больше стал ценить людей. Я стал каким-то сентиментальным и слезливым. До 1 декабря киевляне не поддерживали этот Майдан. Давайте правильно говорить. После того, как разогнали студентов, начался совсем другой Майдан. 1 числа мы вышли с женами, детьми. Проходя мимо Банковой, как и все зеваки, мы засунули туда свои пятаки, увидели, что там происходит. В сторону Беркута постоянно летят дымовые шашки. От, я вот даже закрываюсь. Мы отправили жены и детей накрывать на стол. Сначала мы хотели на Институтской развернуть этот пункт оказания помощи раненым. У нас были некоторые аптечки с собой. Красный Крест – это единственная была организация, которая оказывала помощь по обе стороны баррикады. В январе 14-го мне сказали, все равно это 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Давай мы тебе будем платить зарплату. Мы совершенно разные лечили травмы, ранения. 18-е было самое тяжелое, потому что тогда людей начали просто убивать. Самое, наверное, страшное, когда у тебя бессилие, когда ты ну, вот, ничего не можешь делать. Никто не наказан за преступление на Майдане. Разочарование, ну, конечно, хотелось бы побыстрее и побольше, и чтобы лучше было, и чтобы все хорошие люди собрались все вместе и убили всех плохих людей. За что не возьмись, все требует реформ. А где взять на это ресурсы, если все хотят, чтобы все было хорошо, но никто не хочет платить налоги? Да, вот пример с этими евробляхами. То есть должно быть правовое государство, должно быть закон один для всех, но чтобы кум мог все порешать. Мы должны измениться в себе. Мы должны много, хорошо и тяжело работать, каждый на своем месте. С одной стороны, мы хотим, чтобы мы были независимы от России, не получали российский газ, а с другой стороны, мы хотим дешевое отопление в домах. Но так не может быть. Либо крестик, либо трусы. Майдан – это революционный эпизод в эволюционном процессе. У нас появилось гражданское общество. Сейчас вот, ну, в Европу ж много ездишь, и можно украинца отличить там, от россиянина, там, белоруса. И украинцы всегда, значит, за справедливость, уверенные в себе. То есть это граждане с большой буквы. Він встиг сказати їй кілька слів наостанок телефоном, а кадри останніх хвилин його життя того ж дня вона побачить у мережі. У продовженні серії інтерв'ю завтра спогади вдови Героя Небесної Сотні Віктора Швеця не пропустіть.